Всем доброго времени суток, с вами, как всегда, Игровая Зависимость, меня зовут Александр Меженок. И Инга, и канал Play for Life, и мы продолжаем проходить Strange Brigade. В общем-то, наконец-то, да, до нового уровня мы добрались, с предыдущим благополучно справились. Этот, ну, тоже, как бы, врагов много, но два черепка — это уже сразу намного легче. Такс, куда нам идти? Я забыл. Нам туда. Мы пришли оттуда. Кого-то там уже застрелил. А, радио, как обычно, поломал. Ты за него какую-то ачивку уже получил за слом, не? Еще в самом начале, первый уровень. Так, у нас три рычага, которые задействуются. Нет какой-нибудь подсказки, в каком порядке, может быть? Да нет. Что там, в стеночку уперся? Да, у меня как-то странная игра работает. Я под... вот когда я здесь стою, у меня стена не прогружается. Когда я подхожу ближе, у меня стена прогружается. Очень странно. Больно. Не, подожди, мне кажется, на этой стене как раз-таки, может быть, и есть. Потому что, видишь, над каждым рычагом своя фигура. Угу. Так, мне кажется... Подожди, что я тут нажала? Я нажала вот это, мне кажется, немножко в другом порядке надо. В определенном. Сейчас я нажму, ничего не произойдет. Оно все откатится. Ага, вот. Чуть не понимаю. Знаешь, столько ты там сама. Бабушки? Я вот здесь постою. Нормально вообще? А то убьет меня женщина. Так, по-моему... Если читать, как бы, знаки... Слева, направо, как мы привыкли. Так, животное, куда ты лезешь? Все. А, вот и... Опа! Ребята. Так, еще там лезут. Что-то на твой динамит никто не хочет наступать. Мы их там уже на расстоянии разложили всех. Оп. Все себе засосало. Ха-ха-ха-ха. Да так, у меня-то полный просто амулет, я его не тратил еще. А, ну ладно. Как бы можно было целую кучу патронов не тратить, можно было просто на них сталактиты обрушить. Что ты там еще нашла? Да вот, не знаю, пусть какой-то обходной сундучок. О-о-о. Это не совсем обходной путь. О, журнал. Так, ну, наверное, легенда с атаки 8 у тебя уже есть, да? А, да. Угу, тогда, значит, читали. Я как обычно, я как бомж. Впрочем, ничего, но... Блин, опять я сюда пробрался, погоди. Запутался в коридорах. Да-да, как ты открыла дверь, все. Так. Тут еще один остался. Мимо пробежал вообще. Опа, утер. Я утера убил. Молодца. Так, подожди, урны. Они нам давно не попадались, смотри, в оба. Да, пока потому что ничего они тут могут нахожу. Быть так баны. Ой, господи, скорпиончик, испугалась. Давно их не было, скорпиончиков. За баночкой он тут такой вылез. Тут журнал. Иди сюда. Ой, где? Там эти скоробеи. Да, о, чтоб уж. Вас. То скоробеи, то еще наши новые старые друзья, точнее. Так, прикрывай, там очень неудобно. Стрелять. Черт, так и помереть можно, не зря тут банка ты была. Ты близко стоишь. Так, тут осталось... А как? Где мне еще стоять, чтобы выстрелить в гнездо-то? Так, сейчас помру. Ну давай, залежайся быстрее. Блин, так, в одну попало. Сейчас умру, но в одну попало. Ты кого там взрываешь, меня? Нет, с корабельчиком. Потому что они прямо за углом, туда хрен подойдешь. Так, что-нибудь скорострельное. Вот сейчас вот автомат бы очень хорошо подошел. Я здесь умру, но я должна это сделать. Так.
Хотя, кстати, они, по-моему, не убивают до конца. Сейчас твой динамит меня убьет. Это не мой. Окей. Я свой не кидал, у меня нет динамита. Так, журнал заподнял? Журнал нет. Я вот просто так... Потому что ты мне сказал за журнал, я его начал искать. Миф или реальность? Королева Ситеки? Трудно представить, что пару недель назад я еще не слышал о ней, а теперь она полностью завладела моими мыслями. Забытая царица Древнего Египта, многие считают ее мифом, однако я уверен, что она не только существовала на самом деле, но и что ее гробница до сих пор скрыта от нас под песками и ждет, пока ее найдут. Я договорился провести лекцию на эту тему и пригласил всех самых известных археологов, как только они услышат о моем открытии, имя Эдгар Карбин будет у всех на слуху. Ну, да. Типа, знаешь, он хочет открыть гробницу Ситеки и получить дофига славы, вот и все. Засвистился чувак. Ой, серьезно, ребята. Не на нас, не на тех напали. Опа, меня добили. У меня там вообще был миллиметр жизни. Это еще, в принципе, неудивительно. Сам себя не взорвал? Нет. А то у меня так картинка была, что типа тебя так в спину, значит, так. Нифига мне куда надо возвращаться. Да, скоробеи, конечно, эти. Капец. И так жизни съели, и банку пришлось съесть, и, блин, слушай, слушай, я пришел сюда тебя спасать, и считай, мы вернулись в начало сегодняшней серии. Ну, не повезло немножко. Погнали. О, кстати. Золотишко. Можно и запас зато пополнить. И сундучок там за 500 взять. Пока развлекайся, я тут это подготовлюсь. Блин, вот я смотрю на эту статую фараона, которая с черепом. Такое ощущение, как будто реально на все локации в данной игре нависло проклятие. Жуткое. Ты там все собрал, да? Да я там все собрал. Сейчас пойду. А, погоди. Я, по-моему, нет. Я пошел тебя спасать, я не открыл сундук с сокровищами. Я забыл совсем. Фрагмент темницы душ. Я взяла. Давай, прочитай. Что это дает нам? Последняя вкладка. Там бегаешь или читаешь, или я зачитаю? Да, я тебе говорю, ты читай, ты же нашла. Ну ладно. Фрагмент темницы душ. Фрагмент одной из темниц душ ведьмы-царицы. Столько зла в такой маленькой вещице. Это типа, как эти, которые мы разбиваем, светящиеся шары. Вот оно че. Это такая маленькая типа копия. Просто обычно ты читал всегда. Набор головоломок. Так. Я нашла. Третья с конца. Полезная штука для решения чертовых головоломок, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Это которая предупреждает, ошиблись мы или нет. Да-да-да. Здрасте, ключик. Кстати, урны, блин, что-то не попадаются. Подожди, сколько у нас? Урна у нас всего одна. Да, вообще, одна урна. Где урны? Разрабы. Вот чудом вообще увидел. Что-то очень странное. Так, там уже кошки наверху светятся. Нам еще две осталось. Где урны, реально вообще непонятно. Слушай-ка, вот меня предыдущий уровень научил на то, что урна может вообще прям под ногами где-то быть. Но это сейчас, да, но вообще не было видно. Сейчас я прям вообще и под ноги, и вдаль смотрю, и я не могу найти, ну куда вы, Рибеллин, спрятали эту штуку? Вот на этом уровне конкретно, да. Либо мы дуболомы, либо еще, либо сразу эти три будет на одном месте лежать. Да, в одном месте. В рядочек так. Так, ключ с корабей, вон там у нас.
Давай пока активирую. Ага, конечно. Чё ты без меня воевать начинаешь? Я не начал. Еще. Так, ну-ка. Тут сундучок, если что, за 500 еще один. Так, пополни. Так, банка, мне нужна банка. Так, я, пожалуй, сразу и выпью. Так, сыкость, где ловушка активируется. Ловушка активируется под ногами у статуи. Да-да-да. Это я вижу. Так, гробница. Причем не у одной, у всех. А, здесь у нас тоже заперто. Короче, везде все заперто, никаких книжек. Ничего нету, поэтому погнали. А... Какой прицел неудобный. Нифига ты появился прямо перед носом. Ага. Слушай, ничего себе, они лезут. Ау, мне еще взорвало. О-о-о-о. Господи. Слушай, меня сейчас убьют уже, я даже не вижу, где ты. Я стою в проходе. Мне роман сейчас зажжет. Блин, охренеть. А в каком проходе ты стоял? В выходе. А меня там, короче, зажали что-то. А я думала, что его закрыли, блин. Нет, он открыт, слава богу, пока что. Да, что-то я не сообразила, меня там пироманты зажарили. Пока я по кругу металась. Блин, патронов у этой пушки дофига. Так, бычары, только не они. Идите в жопу, сволочи. Туда не вариант бежать, поверь мне. Туда не вариант бежать. Здесь тебя со всех сторон просто зажарят, да. Вот именно что зажарят. Слушай-ка, давай помогай мне. Это не вариант вообще. Чем я тебе помогу, у меня жизни нету. У тебя баночка была. Уже нету баночки, я же говорю, я пришла туда, у меня хп не было. Ни один удар, блин. Ладно, два. О, их тут двое, серьезно. Я взорвалась. Серьезно. Походу. Да, ты не походу, а взорвалась. Блин, ну это жестко. Это реально жестко. Просто все в выходе стояли. Что за важно? Так, ну что, возвращай нас в лобби, наверное. Да. Я не знаю, как работает. Контрольные точки. У нас же на пути не было лагерей, да? А хотя, наверное, нас с этого места мы же да. Господи. Как-нибудь без этого места, а? У меня, блин, еще у меня снайперка с прицелом, вот что неудобно. Так-то можно... Слушай, а давай попробую поменять на другое оружие. Ой, сразу началось. Серьезно? Эти. Так, ладно. До так, бочки. Бычков. Постараться бочки оставить на эти. На бычар. А, тут еще мумия. Слушай, у меня жизни-то в самом начале, блин, не было. Меня же сохранило с моим отсутствием жизни. Подожди, вот там вот в твоем месте там банка была, по-моему. Она еще есть? Я взял ее. Могу дропнуть. Да я уж не знаю, хорошая ли эта идея. По-моему, спущу тут все деньги на сундуки по 500. Прикрывай. Такая же, кстати, у меня идея. Спустить все деньги по 500. Прикрывай. Хорошо, что... О! Так, там бычара. Воу. Чё это у меня? А! А, ты бычара у меня врезался. Серьезно? Так, подожди, одного бычара почти добили. Да черт, бочки рядом взрываются, что за фигня? Твою мать.
Так, бычару... Так, бычару одного убила. Но жизни второй у меня почти, не осталось. У меня тоже такая есть. О! Слушай, когда бычар убиваешь, остальные помирают. Да. Мы эту красную более удачно засели. Да, но с хипулечками у меня что-то беда какая-то. Давай, удиви меня, блин, опять что ли? А, дурацкий этот лазерный. Из него хорошо искать урны, но, блин, не стрелять по врагам. О, сундучок. Такое ощущение, что к тебе опять кто-то ломится, а у меня самоцвет. Поздравляю. С самоцветом. Там враги лезут. Где? А, там, на выходе. Сзади. Эта винтовочка прошибает аж через двоих. Так. Ну давай, ставь. Урн же не было нигде, да? Нет. Вот что за фигня, где все урны? Меня это как-то настораживает. Ну, мы реально слепошарые просто. Вот где-то здесь наверху ты ее каким-то чудом увидал, да? Получается, да, где-то я ее где-то вот на одной из статуй увидал, по-моему, на башке где-то. Вот, а так, теперь я вот прицел. Фиг знает где. Кстати, я вижу комнату с кошаками, она мигает. Да, там да, 4... я уже про нее говорила. 4 кошака. Так, там тень кошака я вижу. Не, урн реально что-то не видать. Ой. Рибелин, Рибелин, как же я вас люблю. Так. Поныкали, блин. Так, здесь будет загадка. Нужно найти, где ее активировать. По-моему, там бы выше. Так, секундочку. Тут как оно открывается. Что-то ничего не взрывается. А, ясно. Просто. Выстрелом. А, выстрел в светильник, если что. А, чуть не видела. Подожди. Здесь как будто что-то где-то что-то светится такое. Где что? Ничего нет. Тебе может уже глючит, что ли? Ты их просто что-то пытаешься. Да. Пытаешься найти горшки, но. Опа! Кошак. Кошак, где он? А, вон, на башке у да. фараона. Видишь, не зря, что мы здесь крутились. Погоди, а почему, когда мы стояли внизу, она не светилась? Как кошак, типа, ну не светил. Когда мы вот здесь вот стояли, что за дичь было? Когда мы повыше забрались, кошак сразу запищал. И то потому, что я там крутилась, ты еще подошел, мы вдвоем там крутились, и он вдруг появился. Да, 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 да. А так бы сейчас убежали, так что хорошо, что я там лазала. Подожди, а загадку-то, как ее открыть? Здесь она открывается. Уверен? Сзади. Так, прикрывай, потому что тут тоже лезут. Ой, что это было? Сзади воин. Блин, какая же классная винтовка, блин. Так, мумии. Мумии лезут. Мумии тут только, блин, не хватает. Еще бы скоробеев сюда бы запихали. Вообще бы на нас был бы. Это да. Скоробеев еще не хватает. Текс. Что дальше? Вот тут у нас не хватает дверцу открыть. Не мое это. Магический камень. Так, погоди. Здесь у нас сундук за 500 опять. И там загадка, да? Открывается. Где загадка? Нет здесь загадки. Сюда иди. Блин. The portal to Duat, the realm of the dead. Are our heroes? Подожди, нас уже перенесло из пещеры, что ли? А, не, нам проход завалило. Is this what the end of the world truly looks like?
По-моему, этот не открывается. Я вижу там золото, да, но оно нету места, чтобы как-то открыть. Подожди. Опа! Где же она, это? Чё-то... Так, стоп, давай-ка назад отойдем. Я что-то не понял. Где... Ну, вот я... Где кристалл от той загадки? А то там, нету его тут. Вообще-то какой-то уровень замудрённый, урны пропали куда-то. Хм. Подожди-ка, что я знаю. Вот. Ой, всё, блин, проблема капец. Решена. Проблема решена. Так, это моя, это тоже. Понять, что, чего переворачивает. Так, как обычно, остается одна. Ага. Слушай, я как-то в прошлый раз я реально просто методом тыка как-то. Так мы бы все загадки методом тыка делаем. Так. Так, а если... Блин, ненавижу такие загадки, если честно. Так, Значит, вот что-то... Блин, и опять углы остаются. Угол. Что-то жесть какая-то. Это так... Ой, что-то я вообще ж мимо улетела с своей мышкой. Вот. Нет, пока, я, пока ты там отгадал, я баловался с фоторежимом. Ломывайся в дверь, а то я войти не могу. Прикинь, я разгадала загадку и в дверь войти не могу. Маска Ситеки. Очередное сокровище. И погребальная маска Ситеки. Аж мороз по коже от нее. Ну да. Кстати, у нас осталась последняя загадка из этой серии реликвий Ситеки. А потом мне что-то подсказывает на интересность. То, что в финальной миссии мы можем, наверное, натыкаться на загадки, из которых мы не успели достать. Не смогли. То есть, типа, если ты пропустил где-то на каком-то уровне загадку, ничего страшного, ты можешь добить их. Было бы неплохо, если бы еще и урна дополнительная была бы, которую мы да, кстати, пропустили. Да. Но, урна, кажется, на своем уровне. На урну не приходится, да, рассчитывать. Дэн, черт побери, где они, где? Вот, по-моему, с какой-то целью дырку оставили. Вторая чуть не застряла. Странно. Ну-ка, погоди-ка. Стоп, а нам надо не туда. Иди сюда. Не, ну это понятно, что... Ой, что-то мне это не нравится. Ага, эти вон живые. Так, одного я там с ног повалила. Видал, как я профессионально уклонил... А, я ему ноги... А, нет, ползет. Ноги вроде на месте. Интересно вот это место. Так. Да уж, дизайн еще тот. Такое ощущение, что проход откроется. Так, ну-ка подожди. А, я понял. Стрельника наверху. Там, куда наверху? Сзади тебя. О. Гольд. Так смешно это сказал. Только, ну-ка, еще раз встань-ка на вторую. На вторую, вот эту вот, сзади, да. Так, отстрелил, и что дальше? О, второй тайник открылся. Mm-hmm. Так, ты там собрал, да? Да. Тут еще третий тайник, кстати. А, вот. Сундук за косарь. Просто были. Так, ну ладно, у меня там еще пушка есть. И финальная загадка. Да. Нож Ситеки.
Нож Ситеки, нож Ситеки. Интересно, сколько невинной крови пролил этот ужасный клинок. Ну да. Ситеки-то да, у нас две реликвии пропущены. Это так. Третья и шестая вкладка. По одной реликвии у нас не хватает. Угу. Так, нам сюда. Блин, мы уже до кошаков почти добежали, а урн-то где? Слушай, по-моему, так уровень не будет, точнее, миссия так у нас серии будет называться «Где урны?». Так. Где чертовы урны? Может, их не завезли? Я не знаю. Забыли нарисовать. Я вот только попугая видел и все. Которого ты нещадно убил, да? Но. Так, отсюда мы пришли. Тут уже скоро, блин, финал. Еще один кошак сейчас должен появиться. Вот. Слышу. Наверху прям сидит. Так, с кошаками разобрались. Любитель кошек. Любитель кошек, да. У меня опять самоцвет. Да что ж такое-то, а? Ей постоянно самоцвет. Второй сундук. Дайте мне тоже самоцвет, пожалуйста. Пожалуйста. Е-бой. Видишь, вот просишь, пожалуйста, Ребеллион, дайте самоцвет. Дают самоцвет. Ребеллион, дайте, пожалуйста, урны. Да, кстати, Ребеллион, дайте, пожалуйста, урны. Где они? Я вообще не понимаю. Тут, курицы, видимо, надо... они... Да, это, подожди. Курицы из саркофага вылезли. Серьезно? Да, иди сюда, здесь журнал. Странные причуды. Странные причуды то, что нету... Ладно, неважно. Так. Забавное событие приключилось со мной сегодня. Я прогуливался по улочке Оксфорда после замечательного обеда с моим биржевым маклером. Или маклером. Правильно, как читается, не знаю. А как вдруг, ни с того ни с сего, я решил зайти в музей Ашмалин и ознакомиться с их коллекцией археологических открытий в секции египтологии. Для экспертов вроде меня там практически нет ничего интересного. Однако была там одна статуэтка, которую я никогда не видел. На табличке под ней было написано всего два слова «Царица Ситеки». Ситеки – такое знакомое имя. Где я его мог слышать? Я должен узнать больше об этой загадочной царице. Блин, слушай, это настолько сильная магия, что она одним своим именем заставляла их всех как бы начинать как бы поиски. Да, 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 да. Ты, по-моему, даже тот самый профессор, который все пытался там и даже, наверное, смог найти эту гробницу, он тоже, наверное, приходил в этот оксфордский музей, увидел эту статуэтку, и все, его прям поразило. Ну, он должен найти ее просто. Угу. Вот одно упоминание Сатеки, и все, и все бегут ее искать. Да. Нет, слушай, по-моему, реально урны сюда не завезли. Но сколько мы бегаем, смотрим, их реально просто нет. Ну, не может же быть такого. Ладно, подожди, а куда нам, как нам? Нам сюда в проход нужно идти. Да, да, я что-то... Ой, что-то мне это не нравится. Ой. Так, в пирамиде как бы уже наша финальная цель, походу. Ага. Но что нас ждет еще на пути? Запретная пирамида Ситеки. Угу. Сейчас будем сражаться или на следующую серию, может, оставим? Тут, по-моему, такая будет эпичная битва. Давай осмотримся, мне кажется, а потом закончим. Потому что мне кажется, что здесь есть горшки. Мне кажется, что здесь у нас будет жопа, там, если что, бутылка есть. Ага, я вижу, смотри, площадка прям большущая, то есть реально площадка. Ну да, большая. И бочек много, я думаю, что здесь и так, бочек. Ну, нормально. Хилки. Та хилка, да. Но я пока хотя, в принципе, блин, осталось-то идти всего ничего. А подожди, это финальный уровень? Или это предпоследняя миссия сюжетная основная, да. Постоянно сбиваюсь со счета. Слушай, я даже, наверное, после того, как мы пройдем этот уровень, я включу где-нибудь видос и посмотрю, куда спрятали, блин, все эти урны.
Потому что реально, что-то... Мне не кажется, что их не завезли. То есть мы их просто где-то не видим вообще нигде. Ну, настолько... Три они ужаса. Что, все вот так вот где-то на вершинах каких-то статуй расставлены на таком расстоянии, что реально просто не увидишь даже с прицелом? Скорее всего. Так, ну ладненько. А, вроде бы ничего здесь я больше не вижу такого интересного, в принципе. А, уровень, то есть вот эта площадка достаточно большая, нас ждет очень огромная миссия. И, кстати, вот пирамида очень классно смотрится. Я сейчас, наверное, даже зайду в ради этого фоторежим и просто вот так вот ее сфотографирую. А только что не огромная миссия, а огромная битва. Да, поэтому, да, скорее всего. Ну, если битва окажется не такой огромной, как предполагаем, то просто прилепим ее к этой серии и все. Ну да. Да, так что посмотрим. Вот, ну, в общем, давай, наверное, начинать. Чего уж тянуть урны, мы так и не нашли, у нас всего одна урна. Не, говорю, прикол будет, если все урны окажутся внутри пирамиды. Типа специально так сделано, типа ходите ищите, но на самом деле нет. Пироманты несутся. Идут прямо с... Прямо оттуда. Там столько пиромантов, блин. Это реально, по-моему, будет жопа. Так, один уже почти до нас дошел. Так, вас тут немножечко в капусту порубят. Совсем самую малость. Давай, налетай, налетай, налетай. Так. Но чувствую, они не только... Ой, господи. Чё это у меня Steam Overlay вылез? Не поняла? Так, подожди. Контроль, контроль. Блин, тебя там бьют во всё. Да у меня Steam Overlay вылез. Как он тебя вообще мог вылезти? Я не знаю, я нажала на Shift. И он не хочет убираться. Что за фигня? Я защищаю пока как могу. Давай, а я пытаюсь сражаться. Так, ну, короче, идут уже с других сторон, поэтому я не знаю, выживешь ты дальше или нет. Наверное, нет, потому что я не могу его... Так, подожди, сюда, чтобы... О, все. Господи, это что за фигня вообще была? Я, главное, нажала на Shift, чтобы бросить гранату, а у меня Steam Overlay вылез. Угу. Фигня была вообще. И, главное, на комбинацию, которую он сворачивается, он, блин, не сворачивался. Так, меня... Подожди, где ты есть? Меня тут окружили маленько. А, ты с той стороны. Блин, продуем битву из-за Steam Overlay. Что может быть лучше? Потому что у нас реально еще был шанс отстреливаться, а теперь у нас шанса отстреливаться как бы нету. Сейчас нас тут со всех сторон. Так, давай, хиляйся. О, боже мой! Что же за фигня-то такая? Так, ну давайте. Так. Так. Блин, тут еще мумии эти сраные. Опять. Опа. Опа, в смысле? А что это было? Ролик. У меня нет ролика. У меня, по-моему, игра сломалась. Меня просто к тебе притянуло и все. У меня статуя оживает. Твою мать. У меня ничего не происходит, у меня игра заглючила. Что-то у тебя какие-то проблемы в последнее время вообще. Титан Пирамид, величественный гигант и защитник Ситеки. Короче, у нас босс. Твою... Ну, берем, да. Отлично. А у меня ролика не было, прикинь. Капец. Что-то на этом уровне как-то прям очень сильно подзаглючило. Меня сразу убило. Ой, и меня тоже. Зато, может, теперь я на ролик посмотрю. Сейчас мы умрем, я смогу посмотреть ролик, может быть. Не, главное, я бегу, отстреливаюсь от врагов, меня просто притянуло к тебе, и все. И мы стоим такие дружно. Ты говоришь, у меня ролик. А у меня ни хрена ролика нету. Так, погоди-ка. Какая-то у меня есть идея-ка. Так, надо сейчас вот эти фигни, по-моему, отстреливать наверху. Не, он от них заряжает, блин. Враги лезут. Подожди, а что мы можем сделать? Здесь где-то... О, ты кнопку нашел? Я 4 кнопки отстрелил.
А, понятно. А как в него стрелять-то? Подожди, а куда нам выстрелить надо? Куда стрелять-то? Я тоже не пойму. А, в шар! В шар надо стрелять, которого он наверху держит. У меня... Я там пыталась, видимо, не попала. Мой персонаж орёт как резанный просто сейчас. Нас сейчас убьют. Главное бежать от шариков, которые он потом в тебя будет шмалять. Мы просто бегаем. Что делает еще? Олик посмотреть, ну. Шарики, шарики, словачи. Твою мать. Меня убило. От них, по-моему, невозможно убежать. Как-то, ну... А что с ними делать? Отстреливать их, что ли? Ты умер? Да. Ты будешь вставать? У меня нету. Ну, ладно, давай я попробую. Чем? Я банку успела подобрать. Там прилетели просто... эти шарики? Это у меня сейчас, по-моему, на подходе. Я не знаю. Как... А, парень с банкой. Бежишь. Блин, мне обидно, что у меня ролика не было. Реально обидно. Слушай, я сейчас, блин, так умру просто. Там уже отстреливаешь, да? Не успел отстрелять все. Жопа, короче, все, сейчас умрем. А где, блин, хотя бы спрятаться можно от этих шариков? По-моему, их нужно отстреливать, эти шарики. Думаешь? Да. Давай попробуем. Враги лезут со всех сторон. Да, их нужно отстреливать. Угу. Да сколько так, ты же будешь кидать? Патрошки закончились! У меня закончились патрошки, ау. Еще лещи так, он раздают. Снова идет заряжаться. Надо пополнить запасы. Твою мать, еще и враги со всех сторон. Так, с той стороны ты что не делал? Не-не-не-не-не, когда я успел бы? Шарик. Все. Где там шарик? А, я поняла, я не туда стреляла, я стреляла просто по светящейся этой. Так, тут банок целая куча. Где? А, во. Банка. Вон сзади банка. И на я без ролика осталась. Обидно. Как остаться без ролика, гайд? Ага, чтобы включился Steam Overlay, просто вдруг ни с того ни с сего и у тебя игра заглючила. Так, он снова идет на перезарядку в последний раз. Надеюсь, что последний. Давай, я с одной стороны, ты со второй. Так, там скорпионы появились, походу. Так. Стреляли. Не, по-моему, еще раз надо. А, не, все. Вот теперь у меня есть ролик, а тут нет. Что за печалька? No time for celebrations, brigade. Quickly, into the pyramid. Бежим. The entrance to the ancient Egyptian realm of the dead, where no subject of the British Empire has gone before. Ух ты ж, ничего ж себе. Слушай, мы в другую реальность какую-то прыгнули. Да. На этом тут уровень заканчивается, в принципе. А всё-таки... Где урны? Где урны, да. Я реально после вот прохождения этой миссии, я реально ролики потом посмотрю, где вообще эти урны лежали. Потому что мы все отсматривали, вообще нигде ничего не было. Так, ладненько, на этом, собственно, миссия подходит к концу. Давайте мы с вами закончим здесь. Напишите в комментариях, понравилась вам эта миссия или нет. Да, было, конечно, с одной стороны легко, где-то, может быть, было немножко сложновато, но мы со всем этим справились. В следующий раз у нас будет финальная миссия сюжетной кампании основной. И все, спасибо всем, кто посмотрел, удачи и всем пока. Всем спасибо, удачи и пока-пока. Если знаете, где урна, пишите в комментариях. Все, пока.